22 июня Центральная зональная рабочая группа в рамках выездного совещания провела рейдовые мероприятия на наличие у предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории города Каспийска, регистрации в налоговых органах. Отметим, что в ходе проверки с предпринимателями проводилась информационно-разъяснительная работа, в которой говорилось о необходимости соблюдения предпринимателями трудового законодательства, а именно заключения договоров со своими работниками. Стоит подчеркнуть, что за отсутствие договора предпринимателям выписывают административные штрафы. Рейдовые мероприятия проводились по следующим объектам: школа по улице Кизлёртовская, ривьера Каспий, детский клуб «Панда», сосновый бор и многие другие места.